Долгое время горожане ждали реконструкции площади у кинотеатра «Искра». Мечта исполнилась накануне Нового года. Теперь территория выглядит современно. Здесь приятно проводить свободное время. Но впечатление портит внешний вид «Искры». Поэтому администрацией Ленинского городского округа было принято решение отремонтировать фасад здания. На работы удалось выделить внебюджетные средства. Нашли организацию, которая была готова оказать содействие за свои собственные небюджетные средства, провести монтаж фасадов на кинотеатре из металлоконструкции, которые будут по цветовой гамме сочетаться с общей территорией. Ориентировочно к апрелю, но если погода будет благоволить, то и раньше мы увидим обновленный фасад кинотеатра «Искра». Он полностью будет соответствовать недавно отремонтированной площади вокруг здания в таком же стиле и цветовой гамме. Это примерный вид кинотеатра после ремонта. Такой проект буквально на днях был утвержден администрацией. В понедельник местные жители смогут увидеть первых рабочих, которые сначала разместят на территории бытовые городки и леса, а после начнут работы по отделке фасада. Конечно, надо, потому что он портит вид сейчас. Площадь такая красивая, а кинотеатр, конечно, да, уже устарел. Чтобы было лучше еще, красивее. Вообще пользуется популярностью у вас наш кинотеатр? Да, пользуется. Ходим сюда. Важный факт. Во время проведения работ по отделке фасада сам кинотеатр продолжит работать в обычном режиме. Люди, как и прежде, смогут посещать «Искру», где сейчас. Стали показывать первоэкранные фильмы. Те, которые идут по дате проката. Самые последние новинки киноиндустрии. В кинотеатр народ ходит. Сейчас идут неплохие фильмы, поэтому всех приглашаем. В обычном режиме, да, согласно расписанию? Да, конечно, согласно расписанию. С расписанием сеансов кинотеатра «Искра» можно ознакомиться в группе учреждения во ВКонтакте или по телефону 8 495 541 49 41. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.